С 15 по 21 апреля в России проходит неделя популяризации донорства крови. В рамках акции «Знаю, умею, помогаю» в Карачаево-Черкесии были организованы мероприятия, в которых приняли участие активисты различных общественных и образовательных организаций. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мкце. 20 апреля в России отмечают один из важных социальных праздников – День донора. В Карачаево-Черкесии его по традиции отмечают проведением акций с привлечением всех желающих. В этом году участие в сдаче крови и ее компонентов приняли активисты «Единой России», «Навигаторы детства», педагогический коллектив Северокавказской государственной академии, ряд общественных организаций и служб реагирования. Наше региональное отделение решило присоединиться к этой акции в рамках нашего партийного проекта «Здоровое будущее». В данный момент наш актив, наши волонтеры, молодогвардейцы проходят здесь инструктаж и будут сдавать сегодня кровь. Столь многолюдно в здании станции переливания крови бывает далеко не всегда. Специалисты учреждения надеются, что увиденному последуют и другие. Ведь донорская кровь и ее компоненты сейчас крайне необходимы, в том числе в госпиталях для переливания нашим бойцам, получившим ранения в ходе специальной военной операции, а также пострадавшему гражданскому населению. Нужны компоненты крови и фармакологии. Я сегодня первый раз. И горжусь собой, что я наконец-то дошла, потому что планировала это сделать уже достаточно продолжительное время. Считаю, что это малое, что мы можем сделать для наших граждан. Мы, навигаторы детства, призываем всех присоединиться к этой замечательной акции. Передвижная лаборатория Федерального медико-биологического агентства припаркована на территории Северокавказской государственной академии. Сегодня студентам и педагогам предстояло вновь пройти знакомую процедуру. Коллектив далеко не в первый раз принимает участие в безвозмездной сдаче крови. Знаю, умею, помогаю. Вот в этих трех словах заключается весь смысл донорства крови и ее компонентов. Знаю, что кровь нужна, умею. Умею, потому что здоров, помогаю, потому что зов сердца. И это очень главное в наше время, и на сегодняшний день это очень актуально. Сухое слово «мероприятие», но за ней стоит очень большое тепло, большое сердце каждого человека, который сегодня готов отдать в буквальном смысле свою кровь для того, чтобы оказать максимальную помощь тем ребятам, которые в этом особо нуждаются. По словам организаторов, о проведении подобных акций и их значимости гражданам необходимо рассказывать как можно чаще. Может быть, прямо сейчас ваша кровь или ее компоненты могли бы спасти чью-то жизнь. Артур Мхцалибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.